Так, вот повторно записываю дополнительно на уже шестой день работы этого контроллера. Вот смотрите, по входу у нас идет 0,7, 0,4, 0,5 ампера, на выходе 0,13, 0,14 ампера. То есть, как видим, разница есть большая. То единственное, что в ватметр у него глюк есть с минимального напряжения. Короче, он стартует, когда, кому интересно, у него там серым таким подсвечивается первая шкала. То есть он значение не выдает. Но при этом все работает. То есть его надо переподключать. Я под плюс или по минусу переподключаю, и он начинает работать сверху, откручивать. Напомню, это солнечная батарея, это аккумулятор. И вот смотрим, что вот эта маленькая фиговина, в принципе, справляется со своими задачами. На этом всем спасибо за внимание, всем пока.